Ну, Россия играет активную роль в рамках двадцатки, в рамках восьмерки, в рамках международных финансовых организаций. Поэтому я думаю, что мы активно продвигаем идею создания такого мультивалютного мира. Сегодня, к сожалению, наличие единой, практически единой России, ну, или такой на практике еще доллар, ну, в меньшей степени, может, евро являются расчетными валютами. К сожалению, это используется в том числе и в политических целях. Мы знаем, как американская сторона и применяет односторонние санкции финансовые, экономические в отношении ряда стран. Опять же, не согласовывая их ни с кем. Поэтому я думаю, что такие страны, как Россия, Китай, другие заинтересованы и в создании как бы альтернативных резервных и расчетных валют, такие как рубль или юань, поэтому это тоже важная тема, мне кажется, для работы.